Всем привет, меня зовут Лена, и в этом видео вы узнаете, как приготовить веганское желе без желатина. Я буду готовить его на агар-агаре, поэтому этому желе я бы дала название агаре. Я буду готовить желе из апельсинового сока, поэтому процесс готовки будет быстрый и простой. А в конце видео вы увидите, как из этого желе можно сделать симпатичный десерт. Агар-агар заливаю водой и перемешиваю. Оставляю на 10 минут. В теплый сок выливаю замоченный агар-агар и постоянно помешивая довожу его до 100 градусов. Желе выливаю в креманки и отправляю его в холодильник до полного застывания. Желе готово, его уже можно кушать, но я сейчас ему сделаю небольшой апгрейд и получится симпатичный десерт. У меня есть вот такие вот взбитые сливки, и они веганские. Желе покрываю взбитыми сливками. Вставляю четвертинки дольки апельсина и готово. Вот такая у желе консистенция. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Я вам всем желаю хорошего дня и пока!